Кае, все еду и еду, а трафик все стоит и стоит. Еще вон такой сиднейско-австралийский анекдот, чисто о животных. Попали как-то в одну пещеру кролик и медведь. Ну, там темнота полная, нихуя не видно, только глаза и дыхание. Значит, ну и оба сидят и боятся. Боятся, короче, заебались бояться. И кролик предлагает, ну давай это, чтобы, типа, наши страхи-то уничтожить. Друг друга, типа, ощупаем, на ощупь определим, кто перед нами. И, типа, eliminate all our fears. Вот. Ну, медведь такой говорит, да без проблем, блядь, хули, давай. Мацай, хули. Ну, только я, говорит, первый. Подошел, кролика потрогал. Он говорит, ну что тут сказать, ты маленький, пушистый и с длинными ушами. Наверное, ты, сука, кролик. Базара нет, братан, я кролик, хули. Вот. Ну, в свою очередь, кролик давай медведя щупает. Суши говорит, ты большой, жирный, сука, мохнатый и вонючий. Наверное, ты ливанец.